Добрый вечер. Каждый уважающий себя меломан знает, что сегодня в клубе Dance Planet выступает музыкант, радиоведущий и диджей Дэн Коперник. Дэн еще не вышел на сцену, но в зале уже настоящий ажиотаж. Мы все ждем этого незабываемого события. Ну что, поехали? Ну, пока еще не в клубе, пока только рядом с ним, смотрим, как собирается наша большая танцевальная тусовка. В общем, готов всегда, Молдова до такой степени прекрасна, до такой степени тепла, что всегда заряжает энергией. Ну, ты успел посмотреть вообще наш край, наш город? Как у тебя вообще впечатление от нас? В клубе Dance Planet и в Кишиневе вообще я был много раз, в клубе Dance Planet я уже второй раз сегодня присутствую. Большое спасибо организаторам за то, что мы так прекрасно здесь проводим время и видимся. Надеюсь, что я в прошлый раз порадовал своими музыкальными успехами вас. Очень нравится, все очень здорово, и клуб хороший. Оставляет впечатление курортного, классического места, где очень много улыбок, очень много таких красивых девушек, как вы. Очень много хорошего настроения и людей, которые впитывают позитивную энергетику от диджея. Скажи, пожалуйста, что ты ожидаешь от сегодняшнего вечера, от молдавской публики в общем? Я думаю, что все пройдет более чем энергично, более чем интересно. Я, конечно, ожидаю хорошее настроение, которое будет присутствовать сегодня на танцполе, и уверен, что мы после выступления останемся добрыми друзьями и с хорошим настроением. Что подпитывает тебя столь огромным зарядом, да, энергии и сотворения прекрасной, в принципе, музыки? Оу, oh, yeah. Даже не знаю. Честно сказать, во-первых, сама музыка, поскольку человек, являющийся писателем, всегда что-то читает и получает некое удовольствие от прочтенного. На основании этого у него рождаются какие-то собственные строки. Так, наверное, и я. Я слушаю музыку, езжу по городам, стараюсь побывать в таких местах, где, в общем, редко ступала нога человека, и получить такие эмоции, такие впечатления от мероприятий, от людей, от общения с людьми разных национальностей, разных религий, разных культур, которые заставляют потом это все переосмысливать, находясь там в наших странах, да, я имею в виду Украина, Молдова, Белоруссия, Россия, то, где я как бы чаще всего, в любом случае. И в этих странах пишу музыку, зачастую от чистого сердца, иногда бывает так, что это надобность просто радиоформатов, телевизионных форматов, которые хотят слышать ту или иную музыку с современным взглядом на нее, таких диджеев, как я. Спасибо большое. С интервью закончили, диджей взялся за работу, пора отдыхать. Скажи, пожалуйста, что послужило мотивом сегодняшнего прихода в данный клуб? Диджей или же атмосфера в целом? Конечно же, диджей Коперник. Просто гуру музыки, честно. Коперник! Ура!